Телеканал «Иллюзион Плюс» представляет. С 14 по 20 ноября фестиваль японского кино в кинотеатре 35 мм. Здесь герои путешествуют на старомодном грузовике. Юные девушки сражаются на мечах и искусно выводят иероглифы кистью. А чудеса случаются в самых обычных пригородных электричках. Фестиваль японского кино – самое увлекательное кино из страны восходящего солнца. Все подробности на сайте кинотеатра 35 мм.